1 мая, в день весны и труда, в столице Чувашии пройдет праздничное шествие. Национальное телевидение Чувашии организует прямые включения с первомайской демонстрации. В прямом эфире зрители национального телевидения увидят шествие, услышат комментарии участников. Для транспорта центр города перекроют, продлится ограничение с 7 часов утра до часу дня. Согласно постановлению Алексея Ладыкова, в это время будут перекрыты 8 центральных улиц и площадей столиц республики. При этом до 9 утра это ограничение не будет распространяться на общественный транспорт. С 9 до 9:30 по центру можно будет проехать на троллейбусе, а потом дорогу перекроют абсолютно для всех.